Так. Серьезный это... момент. Да. Трудовые будни. Мастер-класс. Трудовые будни семьи Агибаловых. Мастер-класс. Лаврик сначала помогает. Рыхлим, так. Очищаем, после этого удобрение, после этого семена, и потом включаем воду. Mm-hmm. Ходить нельзя неделю по этой mm-hmm. воде. Ага. А ты равномерно как? Ты или ты на глаз бросаешь? На глаз. Ага. Ну, оно так и получается. Угу. Ты же понимаешь, когда ты включаешь воду, угу. она же размывает. Ну да. И впитывается хорошо. Угу. Ну что, съездила в салон. Честно говоря, очень была удивлена предприимчивости наших соотечественников. Молодцы, прям вообще. А еще знаете, что самое интересное? То, что все на русском говорят. Я приехала, у меня такое ощущение, как будто я в Россию попала. В салоне на русском, в магазине в соседнем на русском, в кафе рядом на русском. А все, кто приходит туда, тоже на русском. Ну вообще просто... Говорят, что там, в принципе, очень много русских и наших соотечественников из СНГ. Поэтому было комфортно достаточно, я вам скажу. А еще хотела вам напомнить, что буквально через несколько дней начинается новый марафон стройности, добра и позитива, где мы в теплой, дружной компании проведем 3 недели вместе. И, конечно же, будут опять потрясающие результаты, потому что марафон уже идет 3-й год. И 3-й год просто масса счастливых обладательниц новых прекрасных форм, отличного настроения. Очень многие изменили свою жизнь. А еще очень много случаев, когда девочки, которые не могли забеременеть, беременеют, и это тоже классно. У нас уже, можно сказать, очень много детей на марафоне появилось. Это так классно. Мы каждый раз искренне радуемся этому. Ну что, ребята, горло болит, ухо болит. Говорят, психосоматика работает. Заболело с правой стороны горло и ухо, как у Кирюши. Представляете, за 5000 километров я ему говорю: Кирюш, ты меня заразил, это бывает. Оля говорит: вот так, Кирюш, когда бабуля сильно переживает, тоже так же заболела. Ну, в общем, я не знаю, психосоматика или нет, но с правой стороны горло болит, и ухо правое вчера болело. Так что лечусь. Мой дорогой любимый муж занимается подвязкой. Сейчас я ему обязательно помогу. Уже взяла секатор. Буду обрезать ненужные веточки и подвязывать нужные. Красота! Сегодня ветрено, но тепло, очень тепло. У пальмы, кстати, тоже новые листья появились. Это очень радует. Сегодня буду готовить венские вафли по классическому рецепту. Это делаю впервые на новой вафельнице Бор, которую я в чемодане привезла из Москвы. Поэтому все буду показывать в процессе. Какая красота! Клубничка есть? Есть, смотрите. А кленовый сироп есть? А еще масло тут есть. Какая красота! Change it, change it.
such I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?
Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. Inside of me, in this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong.
Посещу местный салон красоты. Расскажу вам потом. Мы все-таки засеяли вот эти проплешины уимблдонским газоном, который привезли нам сваты. Вот. Так что я очень надеюсь, что все это зарастет. А сейчас хочу показать вам лаванду. Посмотрите, какая прелесть. Просто нереальной красоты. Ароматы такие нежные-нежные. В общем-то, все хорошо. Видео я вам показывала, как сильно пострадало от града вот это растение. Смотрите, новые ростки. Я сделала очень жесткую обрезку. И все хорошо. Бугенвиллия радует. Красотка просто. Скоро будем домик ремонтировать. Здесь тоже уже у нас порядок. Красота, чистота. Камни тоже скоро распустятся, тоже цветоносы появились, везде есть. Идем смотреть помидорчики. Смотрите, как солдатики стоят. Очень хорошее место для помидор, потому что здесь их не жжет солнцем. Уже пришли сегодня бассейнщики, почистили бассейн. Я потрогала, водичка теплая, так что можно будет уже попробовать и искупаться. Страшновато, конечно, еще как-то
в начале мая. Хотя я помню первый свой приезд за границу на Кипр. Это было 5 мая, и мы купались в море. Кстати, спасибо, кто посоветовал подкормить гортензии. Я подкормила. Ждем результат. Лимонную кислоту 2 столовых ложки на 10 литров воды. И подполила. Подкислить почву нужно. Посмотрите на карту. Вы просто посмотрите. Но я же просто не могу налюбоваться им. Посмотрите, начал расцветать жасмин. Представляете, как сейчас все это раскроется? Вау! Прелесть! Лаванда! Хочется говорить шепотом, чтобы не побеспокоить эту красоту. Вы видите, сколько цветов? И это только начало, они только начали раскрываться. Всем доброе утро! Давно не здоровались вот так вот прям лицом к лицу, поэтому всем доброе утро, хорошего дня. Есть мои подписчицы, которые жалуются, что стало мало рецептов. Девочки, нам пришлось здорово поработать, чтобы привести в порядок сад, а это занимает массу усилий. И просто для съемки даже нет времени, хотя готовить, конечно, я готовлю. Но рецепт вафель я уже разместила, поэтому будьте повнимательнее. Мне столько прилетает вопросов, а где рецепт вафель? Он в ленте. Посмотрите, пожалуйста, видео Reels, и там рецепт. Хорошо? А мы с хвостиками с этими. Хотим вам напомнить, девочки, совсем скоро стартует марафон. Уже 10 мая, первый день. Поэтому присоединяйтесь скорее. Я уверена, что многие из вас поднабрали лишние килограммы. Ну, плюс мы еще и соскучились друг по другу. Так что welcome в нашу дружную семью марафона, где мы проведем с вами незабываемые 3 недели. А не так быстро, потом мы еще и скучаем друг по другу. Поэтому приходите, конечно, я вас всех жду. Будет весело, будет интересно и обязательно полезно. Сегодня буду готовить венские вафли по классическому рецепту. Это делаю впервые на новой вафельнице Бор, которую я в чемодане привезла из Москвы. Поэтому все буду показывать в процессе. Какая красота! Клубничка есть? Есть, смотрите. А кленовый сироп есть? А еще масло. Ой, какая красота!